от Стасия Константинова из Санкт-Петербурга. Неоднократно я подписываю российских и международных стартов. Стасия, первый вопрос. Чай или кофе? Кофе. Я очень люблю кофе, особенно латте и капучино. Я все время делаю себе кофе каждое утро. Это просто неотъемлемая часть моего пробуждения, потому что мне нравится, как это выглядит. Я стараюсь делать все красиво, стараюсь себя радовать каждое утро. Вот. Это помогает мне настраивать себя на позитивный лад. Второй вопрос. Кино или книжка? Наверное, кино. Я люблю читать, но не всегда хватает времени и сил, самое главное. Люблю кино, люблю сериалы, смотрю, радуюсь. Очень часто просто играет фоном, потому что много дел и нет как бы времени именно углубляться как бы, в просмотр. Вот. Третий вопрос. На отдыхе что любишь больше, море или горы? Море. Люблю плавать, умею плавать. Море полезно, соль морская полезна для суставов, и я релаксируюсь. Вот. Ну, горы тоже люблю, горы нравятся. Я не так много раз была именно в горах, чтобы, ну, как бы судить. Больше, конечно, раз я была на море, но надеюсь, что еще не раз съезжу в горы и прочувствую. Там тоже воздух, кстати, да, очень полезный. А потом четвертый. Сладкое или соленое? Сладкое. Именно когда нужно себя ограничивать, нужно соблюдать диету, запретный плод сладок, вот. И последний вопрос. Кроссовки или каблуки? Ну, конечно же, кроссовки. Каблуки – это красиво, это женственно, да, у меня есть пару в моей коллекции, но кроссовки – это просто, это моя одержимость, моя слабость, это удобно, это не я не натираю себе ноги, мой основной инструмент. Это самый главный плюс. Вот. Сколько пар у тебя? Кроссовок? Да. Очень много, наверное, штук 10, возможно. Всяких разных. Вот. Хорошо, спасибо. Удачи.